В литературном музее писатель Нина Гречко презентовала свою юбилейную 25-ю книгу о Великой Отечественной войне под названием «Эхо Победы». В книгах Нины Гречко военная тема занимает особое место. Ее отец Мануил Федотович погиб во время Великой Отечественной на Белорусском фронте. Нина Мануиловна всю свою жизнь собирает сведения о его боевом пути. «Эхо Победы» – это шестая часть книги «Задержался на войне», посвященная ее отцу. Очень много приходится сидеть материалами и с архива, и с людьми, со всеми разговаривала, и очевидцами. Я нынче ездила в Минск и по дорогам фронтовым в Смоленскую область, и продолжение, думаю, будет. Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева вручила писательнице благодарственное письмо и отметила, что книга «Эхо Победы» займет достойное место в воспитании патриотов.